По данным ТО ГСУ «Кролос», сейчас идет небольшое отставание от графика. Все же в январе было 15 актированных дней. Но скоро все войдет в норму и даже пойдет опережение. Планировалось, что бассейн в Усольском микрорайоне сдадут в октябре. Но подрядчики уверяют, объект сдадут до 30 августа, ко дню Конституции. Уже закуплены панельные сэндвичи, которые начнут монтировать в марте. Основной металлоконструкт мы закончили. Сейчас идет кладка основного административного корпуса. Потом у нас монолитные работы идут, плиты перекрытия. У нас сейчас работают человек 60, из них там 30 человек монолитчики, а 30 у меня каменщики. Кладочные работы, кровля. Стоимость проекта, возводимого за счет спонсорских средств, 1 миллиард 700 миллионов тенге. Помимо того, что будут 50-метровые плавательные дорожки, что соответствует международным стандартам, здесь будут созданы все условия для лиц с ограниченными возможностями. Подрядчики даже подняли вопрос о подъемнике для инвалидов. Главу региона также интересовали и перспективы развития Усольского микрорайона вообще. То есть надо Усолку сейчас понять, генплан надо понимать. И вот эта территория частная, вот здесь от Паева, где Сударем-Заводовская, где школу будем строить. Там тоже надо ускоряться. На какой стадии там? Мы идем через изъятие, через земельную инспекцию. Мы параллельно сделали оценку. Оценка дорогая получилась, за 100 миллионов. Еще идем через изъятие. Аким области посетил и территорию Грибного канала. Его ширина 70 метров, который надо расширить до международных стандартов. 167 метров плюс 50 метров на дамбу. Такой проект уже готов. Правда, есть одно но. К сожалению, придется срубить деревья на острове. Где-то 6500. Осенью мы проводили общественные слушания. Этот вопрос уже озвучивался. Поэтому как-то так. Мы передали готовый проект уже заказчику. Заказчик уже дальше будет его реализовывать. Заказчиком у нас является корпоративный фонд социального развития «Павлодар». По словам Оксаны Куц, дноуглубительные работы здесь не нужны. Имеющаяся глубина 3 метра подходит для проведения соревнований. Мурат Белмажит, Анатолий Классин, Виртис Информ.